привез. Вот. Я единственное там корм прикупил. Рыбок вот этих вот желтеньких. Правда, 4 сдохло. Но правда появился один малек. Неизвестно чей вообще. Я уехал в отпуск, никого не было. Приезжаю с отпуска, а я с соседям оставил ключи, короче, говорю, ну, там, дядь Витя, короче. Говорю, там, если что, он, заходи раз, два раза в день, ну, как бы так вот, корми их. Вот. Помыл, почистил фильтр, и все, пожалуйста, вот, только в путь. Приезжаю, там, ну, как плавали, так и плавают. Вот. Ну, правда, малек появился, он уже подрос. Ну, за неделю, наверное, он был миллиметров, наверное, 6, наверное, длиной. Сейчас уже сантиметр. Ну, его гоняют еще эти вот. Димка говорит, что если вот так вот малек вырастает посреди аквариума, то есть, по идее, их нужно отлавливать и отсаживать в отдельный там аквариум, чтобы они там обитали, выжили, там выросли. Вот. И он говорит, если вот, говорит, он так вот, вот вырос у тебя, то, значит, это считается как бы крепкие мальки. Короче, спартанцы реальные. Вот. Так что у меня тут, в принципе, все нормально. Вот. Два спартанца и спартанец. И ну еще два сомика. Сомики — это вообще Бэтмен, им вообще по себе пофиг. Крутые сомики. Да, если бы они еще не гоняли, этот мудила, вот, который мне с шипами, он постоянно гоняет девочку как-то. За еду там борется, блин, нехват какой-то, все отбирает немножко. Не то, что на работе сонная. Там в два раза больше. Он бы, наверное, всех...